Промобот – это автономный сервисный робот. Он самостоятельно передвигается, распознает лица и речь, знакомится с людьми и общается с ними на самые разные темы. Может интегрироваться с внешними устройствами, сервисами и системами. Благодаря открытой программной платформе, Промобот может выполнять уникальные функции, необходимые конкретному бизнесу. Промобот может быть задействован во всех зонах аэропорта с активным трафиком и стать важным элементом его инфраструктуры. Робот помогает ориентироваться на территории аэропорта, с его помощью можно заказать такси, узнать расписание или правила провоза багажа. Также при взаимодействии с роботом можно получить скидочные купоны на услуги, доступные на территории аэровокзала. В зоне регистрации Промобот расскажет пассажирам правила регистрации и перевозки багажа, подскажет путь до зала ожидания, отсканировав билет, сориентирует, на какой стойке проходит регистрация данного рейса и покажет маршрут от текущей точки. В зоне вылета робот общается с посетителями, расскажет правила нахождения в данной зоне и правила провоза багажа. При необходимости проводит до комнаты матери и ребенка или любой другой зоны. В робота встроен считыватель штрих-кодов, благодаря которому пассажир может поднести билет к роботу, а робот расскажет ему, когда вылетает его рейс и где находится нужный выход на посадку. В зоне досмотра робот напомнит пассажирам необходимые действия, которые производятся для проверки безопасности, и что нужно сделать пассажиру, чтобы быстро пройти данную зону. Опционально робота можно оснастить дополнительными устройствами, которые будут помогать охранять правопорядок. В зоне получения багажа Промобот приветствует прибывающих, помогает определить им, где получить багаж, проконсультирует, к кому нужно обратиться, если багажа пассажир так и не дождался. Также с помощью робота можно вызвать такси и ознакомиться с расписанием транзитного транспорта. В зоне ожидания робот общается с пассажирами и встречающими, рассказывает о достопримечательностях города. При необходимости робот расскажет, где находится зал ожидания повышенной комфортности и сориентирует, где можно приобрести различные товары или корреспонденцию. А чтобы у пассажиров осталось что-то памятное о поездке и конкретном аэропорте, робот предложит сфотографироваться. Это фото он сразу же распечатает и подарит пассажирам как сувенир. Не стоит беспокоиться о его заряде. Робот автономно работает 8 часов. При определенном уровне заряда робот сообщает низкий заряд батареи. Затем, после следующего порога, робот выводит сообщение на экран, в котором просит отправить его на зарядку. По достижении критического уровня робот самостоятельно прерывает текущий процесс и спешит на зарядку. После полной подзарядки робот самостоятельно возвращается на рабочее место.